Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин устроил стрельбу на свадьбе. Произошло это в Северной Осетии, куда футболист приехал на праздник к другу. Это Алан Чачиев. Он играет за «Крылья Советов». В своем инстаграме Кокорин выложил кадры, на которых он делает несколько выстрелов в воздух из пистолета. Там же появилась фотография. Футболист приставил оружие к голове. Но через некоторое время снимок был удален.